пройдемся по площади Победы, насколько хватит аккумуляторов. Я сейчас отошел к Ленинградскому пассажу, вот он. Так, вот карта города. Мэрия прямо квадратная. Местное здание, кстати, тоже. Это стела, посвященная Дню Победы. Или Победе, если правильно так сказать. Великой Отечественной войне. Храм Христа Спасителя и храм Петра и Февронии. Это двуглавая. Роза ветров. Зюит. Это направление на север.